Эти работы отметили призами российских и международных фестивалей. В рамках киноальманаха, который называется «Короткий метр», сделано в Петербурге, показывают работы Антона Сухарева «Терпимость», Даниэлы Рыбакьян «Ася», Екатерины Пресняковой «Слава богу, я собака», где повествование идет от главного лица пса Лёлика, которому неравнодушна судьба хозяев. В Барнауле такие короткометражные фильмы ждут и смотрят с удовольствием. Петербург – это такое место, ну, столица культурная ее еще называют. И там очень большое количество молодых режиссеров сконцентрировано. Москва, да, она имеет в себе тоже определенное основание для кинопроизводства. Но вот Питер, в нем есть какая-то уникальность. Короткометражные фильмы привлекают людей не только тем, что их интересно смотреть, но и сняться в такой картине может любой, даже без театрального образования. Например, жительница Барнаула Оксана Косова снялась в фильме армянского режиссера Евелины Барсигян «Бравист». Съемки сами приходили, ну, естественно, в Петербурге. Основная часть в театре. Балтийский дом, театр «Балтийский дом». Вот. Другие съемки в кафе проходили, на улице и так далее. Вот. Ну, мой сюжет, где-то маленький эпизодик, это вот как раз в театре. В фильме «Брависта» главный герой каждый вечер надевает смокинг и кричит «Браво!» в театрах за деньги. Он уверен, что все врут до того момента, пока не встретил самую искреннюю девушку в зале. Сейчас короткометражные фильмы набирают популярность среди барнаульцев. Мы узнали, почему. События развиваются динамично, обычно быстро. Ну и я считаю, что за этим будущее. Ну, не то, что будущее. Это просто раньше не сильно востребовано было. Сейчас это потихоньку все более и более становится востребованным. Ну и, соответственно, интересным, потому что жанр действительно развивается. Короткометражные фильмы для меня – это такие фильмы, в которых рассказывается история человечества, какие-то жизненные ситуации. Кинематограф пытается более четко выразить, более кратко жизнь людей до какого-то периода времени, например, там война или какие-то другие, вот, чтобы это более кратко и четко донести до зрителя. Я сюда пришла первый раз посмотреть на короткометражный фильм. Интересно узнать, что это такое. Мне кажется, будет по-другому. То есть сжатый такой как бы фильм и по сути все. Ну, это такой отдельный вид искусства. Очень хороший такой, бойкий, яркий, в котором нет ничего лишнего. И нужно за короткий промежуток времени выразить массу заложенных задач.